Первым делом идем искать Невилла, нашего бойфренда. Портрет толстой жопы уже заебал. Сам собой хунту попиздывает. Надеюсь, в этом году мистер Долгопупс перестанет... Вот-вот перестанет молоть чушь. А? Ну что, нашли? Что нашли? Чуть опять не обосрался. Комнату, о которой я тебе говорила, глупый. Она вон за тем портретом. Это еще что за мерзость? А вам чего надо? Признаться, на вас даже смотреть противно. Здорово. Я тоже так хочу. Ты чего, старый перд? Я хочу войти в зал наград. Ничего себе, губы раскатали. Убирайтесь отсюда. Охуел. Чтобы пройти туда, нужно знать пароль. Ты что, не слышал? Пошли отсюда вон. Мы можем уйти, а можем... Что? Либо вы пропустите нас, либо Гарри и попросит Миртл остаться здесь навсегда. Ты, девочка, просто сочишься злобой. Я это уважаю, проходите. И скажите этому плаксивому привидению, чтобы держалась от меня подальше. Отлично, заебись. Кажется, Миртл меня хочет. Рон, помоги. Она заманит меня в тайную комнату и поразвлекается там. А может, еще и ты со мной будешь? Привет. Поразвлекаемся там все вместе. Пенделя с разбегу не хочешь? Вали к своим грязнокровкам. На. Пошел ты. Что? Ты. Ты что-то имеешь против? Гарри Пуп! Мы тебя не держим. Эй! Эй! Чего ты на меня уставился? Зеленый галстук, значит, из Слизерина. Не выпендривайся! Отвали, дурачье. Малфой, привет. Ты ведь один из дружков Поттера? Ах, ты меня и не узнал. Ты куда-то спешишь? Да-да. Надо бежать по делам. Здорово, что Драко с нами. Малфой, где он? Я хочу на него посмотреть. А вот и Невилл. Не тыкай в меня палочкой. Похоже, на пять во что-то вляпался. Укажи на них волшебной палочкой. Палочкой? Я хочу с Малфоем разобраться. Для пятикурсника ты хиловат. Как тут заклинание пускать? Гермиона, подскажи. Эй, что, Поттер, дружка спасать прибежал? Пизды прибежал вам дать. Я пожалуюсь отцу. Спасибо. Они задирали первокурсников, и я решил вмешаться. Молодец. Но они ко мне и прицепились. Во всяком случае, Невилл, ты пытался что-то сделать? Но, Гермиона, разве это не нарушение правил? Нам лучше пойти на урок защиты от темных искусств. Почему мы не можем магией драться? Ну тогда хотя бы пиндаля хорошего дать, Невилл? Рон, как-то не круто вышло. Гарри, надо идти на занятия по защите от темных искусств. Да я знаю. Профессор Амбридж была на слушании твоего дела, а теперь она здесь. Не думаю, что это совпадение. Нифига себе совпадение. Да она меня чмырить хочет. Вот увидишь, умница ты моя. Гарри, надо идти на занятия по защите от тем... Этой Срамбридж мы еще дадим просраться. Все эти статьи в ежедневном пророке... Там почти все вранье. Я уверена, Фадж что-то замышляет. Вот Ганган. Убрать палочки! Че у тебя с голосом? Стандарты, обучение, волшебству... Экзамены. С. О. В. И у тебя экзамены? Дети, учитесь очень хорошо. Ну и пипец. Плохая учеба приводит к последствиям печальным. Но здесь ничего не сказано о применении защитных заклинаний. О, защитных? Даже представить не могу, зачем вам это нужно. Вот уж не знаю. А может, а захочу пизды дать? Может быть, из-за Волан-де-Морта? Какая чушь! Это правда! Я видел! Мы дрались! Взыскание, мистер Поттер! Я видела, как ты хотел дать пизды Малфою. Фадж очень расстроится. Вечер. Мой кабинет. Так, читаем первую главу. Основы для... Молокососов. Да, обалдеть. Я в шоке. Неужели в этом году у нас не будет практических занятий? Заебись. Так тебя это огорчает? Это не урок, а жопа была только что. А на то, что меня выставили лжецом, тебе плевать?
Можем поговорить с Фредом и Джорджем. Они уже проходили защитные заклинания на 5-м курсе. Это парочка? Как? Они что, вместе? Им есть дело только до своих приколов. То-то я им с Роном не нужен. Но в любом случае мы-то ничего не теряем, верно? Пойдем поищем их. Нечего на меня так смотреть. Без карты вообще не можете. We'll be right back.